Кто это новенькая? А это Ангелина. Перевелась к нам из лондонской школы. Пап, ну зачем ты меня забрал из Лондона? Здесь сплошные придурки. А ты себя в зеркало видел? Чмо. С виду так классическая хамка. Надо бы ее переучить. Вчера наша дочь сбила на машине своего однокурсника. Зачем ты его вообще сюда притащила? Привезла сюда. Ну, был бы какой-нибудь мышонок, котенок, собачка, я не знаю. И свалила на мою шею. Сколько денег тебе нужно, чтобы забыть всю эту историю? Мне работа нужна постоянная, так, чтобы на год. И я взяла его садовником, чтобы заткнулся. Если будешь ты стараться, все исполнишь до конца, то на бал полюбоваться сможешь ты в окно дворца. Раз, два. Слушай, как тебе этот парень? Не хочешь ли поработать у нас с домоправителем? Я согласен. Я подумала, ты охотник за приданным. Я действительно охочусь за вашей дочерью и за ее приданным. Еще не хватало, чтобы весь институт зажужжал. Была без радости любовь, разлука будет без печали. Меня зовут Алексей. А меня зовут Катерина, можно просто Кэт. Катя, моя дочь от первого брака. Получается, что твой папа миллионер, а ты в это время по ночам букеты крутишь? По-моему, всю предыдущую жизнь я прожил без вас зря.